Дополнительное образование. 95% армавирских школьников посещают кружки и секции. Общественное мнение. Активисты обсудили наиболее важные вопросы жизни города. Здоровое будущее. В одном из учебных заведений прошел пункт по профилактике наркомании. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19.00, повтор в 6.30 и 7 утра и 12 часов 30 минут, а также в любое время суток на сайте ravita.info.